когда-то мы их собирали. Но они впитывают радиацию. И нас когда-то напугали, мы перестали их брать. Вот такие вот грибочки. Тут уже много. Впереди еще. Прям вся тропинка усыпана ими. Бери, не хочу. Только вариант тот, что не хочу. А вот и сыроежки. Белых, конечно, тут не видно в этом лесопарке. Ну, хоть какие-то сыроежки. Что-то будет. Не совсем шикарно. Ну, полянка тут есть. А мы еще дальше пойдем. Будем искать. В прошлый раз только были сыроежки. Ни одного белого, ничего больше. Но все равно это первые грибочки. 2 недели назад вообще еще ничего не было здесь. Все было сухо. Сейчас хоть первые появляются. Но начинается обычно с сыроежек. А вот и первый красавец в этом году. Рядышком и второй. Полезаем в корзинку. Тут уже приходится косить. Буквально их косить. Их столько много. Их просто невероятно много. Целые поляны. Целые поляны сыроежек. Что мне делать? Потемнело и гром гремит. Похоже, сейчас будет дождь. Придется бежать мне домой. Ну вот что я нарвала. Вот. Вот мой кулечек. Практически все сыроежки. Надо бежать домой, иначе я промокну. Очень похоже, что сейчас будет дождь.